В рамках фестиваля «Японская весна на Волге» 1 и 2 июня в Ульяновске выступит дуэт музыкантов из страны восходящего солнца. Группа «Илу Грейсу» состоит из вокалистки молодой девушки Айян и барабанщика и битмейкера Казу. Они познакомились 8 лет назад и сразу стали выступать вместе. Музыканты исполняют песни как на японском, так и на английском языке. Женский вокал, синтезаторы, барабаны и бас – стиль их творчества на грани R&B и соул. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.